Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Калиниченко, и сегодня мы делаем супер-челлендж, который изменит ваше отношение к армрестлерам, которые тренируются на турниках. Делай этот челлендж вместе со мной. Для тебя я в описании оставлю схему, по которой ты будешь прогрессировать на протяжении 30 дней, как это делал я 5 лет назад. Тогда я очень добавил в силе и укрепил свой угол. Друзья, правила очень простые. Вам нужно просто добавлять 1 секунду задержки с каждым подтягиванием. Подтянулись один, вернулись назад. Подтянулись еще раз, и раз, и два, то есть 2 секунды задержки. Вернулись назад, подтянулись, и раз, и два, и три. 3 секунды задержки. И так с каждым повторением до 15. 15 это топовый уровень. Если вы делаете 15 повторений с задержкой, то это просто вышка. Сегодня я буду делать 10 повторений с задержкой. Я просто знаю, что это будет максимально армрестлерская тренировка. Вам рекомендую начать с 8-10 где-то повторений и по моей схеме, которая в описании, прогрессировать все 30 дней. Поехали! Друзья, это была просто пушечная нагрузка. Я чувствую, как мои сухожилия и мой угол нагрузился, как будто после спаррингов. То есть я сделал всего лишь 10 повторений, а если вы сделаете 15, это просто топовый уровень. Но если вы на данный момент делаете 4, 5, 3, 8 повторений, ничего страшного. То есть воспользуйтесь моей схемой и спрогрессируйте за 30 дней. Кому понравилось мое видео, подписываемся обязательно на канал и ставим лайкос. Увидимся в следующих видео. Всем пока! We'll be right back.